Всем ку, ребят. Ну что, помните, в прошлой серии я закончил на том, что я не мог понять, почему у меня все-таки не получается закрыть это задание по поводу найти шахту, отмеченную на карте, из-за того, что здесь ее оказалось две штуки. Вот вторая находится, сейчас покажу, вот она. Сюда я еще не ходил, тут я еще без понятия, что тут находится, какие тут, как говорится, нас ждут сюрпризы. Вот я подошел к этому дереву, мышка мне сейчас не видно, у меня мышка скрыта. Ну, вы видите, да, вот это дерево картографа. Подошел сюда, открыл, и появилось вот это вот место. Так что давайте сходим туда, посмотрим, что нас там ждет, и попробуем закрыть это задание и начать делать другое. Только давайте для начала мы сейчас с вами возьмем пару зеленых листьев. В количестве, сейчас скажу, сколько, давай прогружайся, в количестве 5 штучек, сделаем там лежанку, потом поймете зачем, и отправимся. Так, что это у нас, финики, давайте тоже заберем, еда, вода, это нам всегда нужна, и нужно будет, так, 5 штучек, все, не-не-не, 5 штучек надо. Во. Блин, в каждых играх разное управление. Здесь на пробил собирается, в резике на Ешку, че на Эвку там. Что это такое? Непонятно. Короче, записал я. Вчера я записал, получается, резика. Уже 11 серия. Не поверите, я не знал, что игра такая длинная получается. Я думал, ну выйдет серии 5-6. Ну, как обычно, знаете, игра. На 5-6 часов. Нет, я уже сколько, 11 записал. И это еще даже не конец. Ну все, хватит шипеть. Так что все, кто смотрит резика в моем исполнении, то каждый день у 8:00 будут новые серии. Так, давайте смотреть, куда нам идти. Ага, нам сюда и по прямой побежали. Я бы, наверное, мог бы и по две серии выпускать, но я думаю, нет. Думаю, что как раз перед сном 8 часов посмотреть часик резик и ложиться басечки. Это хорошее дело. Так, сейчас добежим. По поводу еды и воды. Со мной, да, есть. Я думаю, мы сможем, получается, и поспать. И поесть. И собрать даже медь. Хотя придется пару раз, наверное, к лодке все-таки сбегать. Потому что максимальный вес у меня 60 килограмм. А там добывается, если не ошибаюсь, около 80. Да плюс сейчас на нас нападет ягуар. Нужно будет кожу Это, ё-моё, что ж такое? Я кожу ягуара тоже с собой забрать. Да плюс сухожилие. Ну, давай. Падла. Вот эти вот ящерики меня немножко подбешивают. Так, давай. Ты тоже, да, хочешь напасть? Или нет? Так, мы пришли. Да, мы пришли, нам вот сюда, как раз через ягуара. Тут нет ничего такого съедобного, падла. Иди сюда. Нет ничего такого съедобного. Это как фильм, помните, был Комодо, остров ужасов. Так, давайте, проходим. Вот здесь должен будет сейчас быть ягуар где-то. Ага, давай, иди сюда. Все. Ага, блин, главное сейчас не откиснуть. Потому что здоровья у нас очень мало, и живой водички у нас с вами нету. Так что, надеюсь, нам хватит с вами здоровья. С ягуаром. Так, изучить табличку. Хорошо, табличку мы изучим.
Только где Егор? Погодите. Здесь же нарисовано. Ага, вот Егор. Идемте в гости к нему сходим. Хотя не, давайте знаете, что сделаем для начала. Для начала мы давайте сделаем с вами, во-первых, лежанку. Поспим, восстановим здоровье. Дождемся утра. Поедим. Ага. Падла. Раз. Хорошо. Давай еще. Два. Ага, застрял, да? Застрял. Так тебе и надо. Курица помада. Все. А меня не больно, курица доволен. Давайте 3 часика поспим. До утра. Хорошо. Так, мы с тобой потом разберемся. Давайте смотреть, сколько сможем мы с вами тут добыть. По-моему, 20... Ага, 7 штучек всего, да? Ладно, давайте заберем все 7 штук. Во, шикарно. Мы теперь двигаться не можем. Тогда мы съедаем, выпиваем, выпиваем. Можем идти? Нет, не можем. Камни, значит, нам мешают. Вот про что я говорил, что мы... Во, все, хорошо. Все камни выбросили, выбросили. Давайте теперь смотреть на табличечку. Бумс. Угу. Нам сейчас куно, да, покажут? Насколько я понял. Хуан Понс де Леон и Фернан Дель Гадо нашли в глубоком глубине острова древнюю медную шахту. Разведчики уже собрались приступить к добыче руд. Но из-за зарослей выпрыгнул огромный зверь и набросился на командира. Конкистадоры никогда не видели такого свирепого хищника, который застрял в кустах. Фернандо не расстрелялся и метким выстрелом сразил зверя. Только благодаря этому Хуан Понсе де Леон остался жив. Справившись с зверем, друзья заполнили тележку медной рудой и возвратились в лагерь. Из добытой меди моряки смогли выковать прочные заплаты и надежные инструменты для починки корабля. Вскоре корабль и 4 небольшие лодки были восстановлены и готовы к отплытию. В этот раз Хуан Понсе де Леон решил действовать наверняка. Коммодор организовал несколько поисковых партий, которые должны были изучить близящие острова и погоду на них. Знания об археологии должны были помочь морякам пробиться через пояс Бимини. Я нашел список мест с координатами, куда отправились поисковые партии и сам коммодор. Если я узнаю координаты острова, на котором нахожусь, то смогу нарисовать карту и пойму, куда мне плыть, чтобы найти Понсе де Леона. Прикольненько, прикольненько, что могу сказать. Так, что нас будет с вами ждать дальше? Источник вечной молодости. Экспедиция в поисках. Хорошо. Вы добрались до конца сюжетной линии в этом регионе и сможете продолжить поиски Понсе де Леона и остальной команды в одном из ближайших обновлений игры. Исследуйте мир и развивайте свои навыки в свободном режиме. Впереди вас ждет много приключений. Серьезно? И это все? Это типа весь сюжет? Вся сюжетная линия? Странно, странно. Я думал, будет больше. Так, хорошо. Ящерка, ящерка. Еще где-то тут я видел, да? Какую-то табличку или нет? Или больше нету тут ничего? Блин, я даже не знаю, ребят, стоит ли продолжать играть в эту игрульку. Я думал, тут дальше будет сюжет какой-то. Я так понимаю, это нам нужно будет ждать обновления. Читобы добавили новую карту. Читобы добавили новую карту, да? Вот эти вот карта региона. И тогда мы сможем найти с вами
Понце де Леоне. Угу. Прикольно. Ладно, давайте побродим. Что это у нас тут? Ананасик, хорошо, вкусно. Блин, дали бы возможность бы сажать. Ага. Угу. Ну да. Дали бы возможность сажать деревья, было бы вообще бы хорошо. Потому что без этого вообще никуда. Так, давайте с этим уже разберемся. Давай, иди сюда. Иди, 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 давай, давай, давай. Все, до побачення. До побачення. Так, что у нас тут? Интересное место. Давайте заценим. Дадут нам, наверное, какой-то очки навыков, да, нам дадут, если мы сейчас посмотрим или нет, или это все. Либо это все, что у нас есть. Так. Ну, на Ешку прожать нельзя, типа посмотреть. Запрыгнуть тоже нельзя. Нет, нельзя. И оно не кликабельное. Угу. Ладно, ладно. Ладно, место меди, железозапасы. Ну, то есть мне нужно будет ждать где-то 2-3, а может и 4 недели игровых, чтобы тут опять появились эти, как его, запасы меди. Так, лежанка пусть будет маленькая вот эта вот. Все, в принципе, отправляемся домой, я не знаю. Побродим сейчас по нашему острову, посмотрим, что мы с вами сможем сделать из этой меди, которую мы добыли, мало ли. На, падла. Мало ли, может, что-нибудь интересное будет. Блин, падла, мне еще и змея укусила. Так. Значит, по логике, я так думаю, это будет финальная серия. Потому что дальше выживать есть-то смысл, конечно. Выживать, строить себе какой-то лагерь, одежду шить. Рыбку ловить. Но я думаю, оно будет неинтересное снимать, показывать. Оно будет все одно и то же, как я раньше говорил. Ну, то есть, как бы записывать 5 серий подряд, как я строю, к примеру, какой-то новый дом себе. Ну, такое. Взять. Добавленный, да. Классно. Классно, классно, классно. Ладно, давайте на корабль. И домой. Домой. Так, все. Отпусти, пожалуйста. Хорошо. Корабль где у нас находится? Кораблик находится у нас вон. Вон там. Хорошо, побежали. Нужно, значит, будет найти какую-то себе новую игрушку про выживание. И начать новую какую-то игрульку. Блин, а мы знаете, что с вами не сделали? Мы с вами Егора не разобрали. Но даже если бы я пьес разобрал бы, у меня по весу здесь, вы сами видите. Выкинуть это ничего не могу. Хотя каменная кирка, я могу ее разобрать просто. Подтвердить, да, все отлично. И потом из камушка сделаю себе новую кирку. Но шкуру забрать я не смогу. Хотя у нас голова вроде ягуара дома есть. Висит и шкура тоже. На крайняк, когда будем возвращаться, обратно копать это все, то можно будет забрать, если оно не исчезнет. А если исчезнет, то ничего страшного. Все равно здесь все звери восстанавливаются через определенное количество времени. Блин, вот реально садился записывать данную серию. Думал, на больше будет времени она. А сейчас я буду, как говорится, из пустого в порожнее тут что-то выдумывать. Так, энергии мало. Но я думаю, мы сейчас поспим пару часиков с вами на корабле и отправимся домой. Угу, что за звуки? Что за странные звуки? Ну, тогда остается идти записывать еще, наверное, серии 4-5 резидента. Это у меня так суставы хрустят, или что это такое? Блин, ну только тоже получается, смотри. Смотри это, то есть обращаюсь конкретно
Не к какому-то человеку, а ко всем. Вот смотри, вот у меня здесь деревьев очень мало на картах. Вот реально маловастенькая. Из которых я смогу, к примеру, построить себе огромный особняк, но я использую все деревья, их повырубаю просто. Все пальмы, все веточки, все там кустики пособираю и как бы все. Дальше что делать? Деревья не вырастают заново. Так, поплыли домой. Поплыли домой. Ну то есть здесь я заберу все деревья, здесь заберу и здесь заберу. Хроники. Хроники 2 из 3. А что тут 2 из 3? Что я не собрал? Здесь я был. Здесь тоже. Здесь все. Я тут все уже облазил. Не знаю, почему у меня там пишут типа хроники. Хроники 5 из 6. Если бы мы еще, как говорится, знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Уголь, конечно, я могу добывать на соседних островах. Но тоже мне нужна будет для ремонта моей лодки. Тоже деревья нужны. А деревья ресурс заканчиваемый. И я не могу просто обойтись палками. Мне реально нужно срубать, получается, дерево. Ну, под корень. И что делать? Муравью приделать, понятненько. Других, как говорится, вариантов нету, кроме как муравью что-то приделать. Так, ну что, загружайся. Давай, загружайся. О, умничка. Так, что у нас в Тусканой что-то есть еще? Да, еще полно всего есть. Что мы можем с вами тут сделать на данный момент? Сложить, наверное, сюда медь, которую мы добыли. Вот, 10 штучек. Мы как раз по 2 штучки можем запихивать в этот, как его, в печку нашу. Чтобы делать слитки. Так, что у нас мешает? Хорошо, давайте распределим уголь тогда. Угу, глиняный кирпич. Блин. Куда бы его так бы положить, чтобы не бегать постоянно. Ну ладно, пусть в инвентаре побудет, хорошо. Хорошо, пусть побудет в инвентаре. Так, в инвентаре. Давайте сюда, наверное, добавим. Так, сюда добавим топливо. Топливо, что ты от меня хочешь? Топливо, воплево. Тип дрова. Ага, дрова. А здесь, по-моему, ты у нас хочешь, да, уголь. Так, давай добавим вот так на один день. И сюда остатки закинем. Все, отлично. Закинем в слот сюда бомбс для рожи. Так, отлично. Последний камушек даже и не влазит. Хорошо, давайте глину заберем. Заберем глину и глину вставим, к примеру, вот сюда куда-то. Что мы можем сделать с вами? Глиняные горшочки. Они нам нужны. Что мы из глины можем делать? С глины мы можем делать кувшинчики такой. Куда нам кувшинчики эти девать? Так, улучшенное каноэ. Вот видите, да, у нас тут нужно распиленное бревно. Распиленное бревно получается из одного куска дерева. Это у нас, конечно, все есть. Мы можем сделать улучшенное. А это у нас... Да ты шо, ля. Ля какой. Это маран. На 10 тысяч единиц прочности, правильно? Базовая прочность 10 тысяч единиц. То есть мы сможем с вами плавать очень долго и очень нудно. Так, ткань из водорослей. Угу. Ну, водоросли у нас с вами есть, да. Я добыл их, получается, на острове. Так, на острове я добыл. Вот на вот этом, где оно, вот здесь. Где-то их добывал. Где-то в этом в районе я добывал водоросли. Плюс-минус. Так что да. Так, что мы еще с вами можем скрафтить? Так, очаг мы можем сделать, но мне нужно будет горшочек. Угу. Варить пищу. И сильное лекарство. Понятно. Сушилка для еды есть у нас.
Сушилка для еды с двумя секциями. Нужна ли она нам? Я думаю, в принципе, нет. Кокосовый дождевый сосуд тоже не нужен. Не нужен сок. Сок у нас, получается, из деревьев-то добывается, но он быстро заканчивается. Это мы сделали. Здесь опреснитель воды. Нам по-любому нужны будут дрова. Так, самогонный аппарат. Не. Фу-фу-фу. Сейчас сопьюсь. Так, обычный верстак, обычный верстак. Улучшенный химический стол. Но у нас, в принципе, улучшенный гончарный станок. У нас есть улучшенный гончарный станок, да. Ну, в принципе, все, ребят, что я могу сделать? В дальнейшем выживание на этом острове, ну, я не вижу никакого смысла. Вода у нас с вами здесь есть. Вот, я воду добываю. Медленно, конечно, но добываю. Кокосы, ананасы у нас растут. То есть, даже если здесь у меня будет мало воды, я сбегал, там кокос сорвал, я выжил. По поводу еды, еду я добываю. Вот рыбка. Я могу делать, к примеру, там приманку. Приманку из чего я могу? Из водорослей, по-моему, да, делать приманку или нет? Из чего-то я могу делать приманку. Только не помню из чего. Так, маска с целебными травами. Ага. Дает защиту от серного газа. Прикольненько. Кусок кожи. Ага. Короче, что могу сказать? Игрушка прикольная, но быстро закончилась. Хотелось бы больше сюжета, потому что обычное выживание здесь закончилось. Все, мы с вами выжили. У меня есть каноэ, у меня есть корабль. Я на корабле могу отправиться в путешествие и найти людей. Даже если я захочу просто здесь остаться, у меня здесь как бы кроме обычных деревьев, хотя по идее должны деревья вырастать. На крайняк мы как бы попробовали выращивать обычные деревья. Не знаю, там посадили финики, косточки и выращивали. Так что все, не буду задерживать ваше и свое время. Пошел я записывать резика. И всем мур-мур, всем пока. И уже услышимся в следующей какой-то игрульке. Попробую подобрать. Так что все. Всем пока-пока.